4 апреля, вышел половить мирную рыбу, плотву, собрал вещи, приехал далеко, метров, наверное, 6 опять пилил. Приехал на речку, с вала, открываю рюкзак, а оказывается, я забыл червя и опарыша, то есть наловить мне не на что. Хорошо взял с собой спиннинг, поставил небольшой крэнк, маленький, один раз кинул, в общем, была поклевка сразу. Ну, решил, короче, не возвращаться домой, а попробовать что-то здесь поймать. Хорошо взял с собой и воблеры. Есть. Вот заброс, сразу вот щука. Я думаю, щука. Я тут окунь полно. Ух ты, щука, щука, да. Да-да-да-да-да. Пачок. Так. Будет спуститься. Сейчас. Опа. Видимо, первый раз она меня взяла. И сейчас решила повторить. Да, не страшно, даже если она уйдет. На течении. Еще. Так. Тут свальчик такой небольшой. Так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Ага, вот, я цепилась. Тихо. Первая щука. Я не планировал вообще. Я приехал за плотвой мирную рыбу ловить на засолку. А нет. Ну, может быть, оно и к лучшему, конечно. Вот такой вот щупачок. Ну, я его возьму. Просто так ехал, что ли. Так. Килошечка, наверное, есть. Да. Можно сказать, на камеру первый запрос, а так второй. Я навела на небольшой крэнк. Сейчас покажу даже какой. Вот такой расцветки. Не знаю, вкусаться там нет. Вернее, есть или нет. Ладно. Может быть, она там не одна. Тут окунь полно. Свальчик такой прям резкий. И окунь у бровки ходит. Хотела, конечно, и донышко тут закинуть. Вот яма хорошая, подлещики могут быть. Ну, теперь, наверное, в другой раз. Ну, прям под камышки. Щука, видимо, кормилась. Сейчас утро, сейчас где-то около 8 утра. Я долго спал. Даже, возможно, 9 час уже. Попробуем туда, по центру. Вот. Сейчас посмотрим. Да я даже не знаю, не проверял, звук пишет, не пишет. Если не пишет, то меня должно там бы слышать. Камере, но очень плохо. Вообще ничего не успел сделать. Поймал рыбу. Еще раз попробуем туда. А дальше. Здесь пока вот травой не заросло. Можно половить. Плотва хорошая, изи есть, вообще все есть. Когда ее зимой, по-моему, травили эту речку. Но рыбы стало еще больше, говорят. Паводок был. В общем, рыба не вся погибла. Зашло еще больше. Никак мне не удается ее проверить. Кто-то забыл. Кто ветра. Кто еще что.
работа по дому. Видимо, одна была. Но это будем пробовать сейчас донные. Одна окушка попробовать взять. В общем, ребят, у меня, оказывается, есть еще и весы. Так, не знаю, тут видно, не видно. Нули там. Вот, нули. Попробую ее взвесить. Так. 995 грамм. Килошка. Вот такой щупачок. Вот он. Ну, хороший. Давай, будем брать. В общем. Жаберную крышку зацепил. Сейчас поменяю расцветку. Пока кидал. Вообще ничего. Так. С беленьким. Блин, такая заметная. Поставить вот зеленый. Пробовать на него. В общем, менял крэнк. У него что-то ничего не берет. Оставим его. Попробуем сейчас поставить какой-нибудь вублерок. Есть рудра. 120-я. Но ее не буду ставить пока. Попробуем. Вот этот у меня рабочий, покусанный, весь. Пробуем сначала его, а потом перейдем на блесна. В общем, вот в той стороне опять кто-то прыгает, охотится там, под деревцом. Окуня хочу поймать, хорошего. Щука уже не нужна. Хотел также отдельно рыбалку на щук ходить. Но, видимо, вот она и получилась. Ездил за карасем 2 дня назад. Просидел я 7 часов. Видел одну поклевку. Только мужики, которые сидели, они в начале 9 уже сворачивались и уезжали. А я сидел до 12. В общем, как-то еще раз надо будет выйти за карасиком, половить. Он сейчас не рестится. Вот. Но день это дня, вот погода. То 18 градусов. И тепло вроде. Ветер там небольшой, южный. То 28 градусов. Ветер сильный. Порывы там, до 20 метров в секунду. Тут как-то был, как приехал. Ураган даже был. Деревья ломало. Когда это? 21-го, да? Апреля. Весна очень ранняя. Воды много было. Хотя зимы здесь практически не было. Снега. Поставлю вот такой вот желтого цвета. Продолговатую. На кушка все-таки. Подождем течение, пока она заглубится. Поставил белую блесну. Такая тяжеленькая, грамм 15, наверное, 18. Поставил рудру. 30-ю, ну или 120-ю, точно не помню уже.
Будем пробовать на нее. Не надеюсь, конечно, вообще-то, что-то на нее и поймать. Большовата она для этих мест. Но все же, раз приехал, нужно надо, ну, надо пробовать все. Заглубление у него около метра. Там по бровочке вот идет. Играет хорошо. Пока что-то не хочет брать. Попить водички. Там есть еще одно место. Был мостик. Не знаю, туда. Надо все это собрать. Переехать. Ну, летом там не особо, конечно, клевало. Но рыба есть. И что это рыбалка просто повезло. В общем, переехал на другое место. Сейчас попробуем. Опять там кто-то прыгает. Здесь, конечно, немножко неудобно. Не так, как там. Но я уже буду пробовать опять на крэнк. Ну, щукин. Или окунь. Давай. Отошел чуть выше по течению. Видел тут небольшую заводиночку. И покидать можно. Потом вот, летом тут все травой зарастет. И все, здесь рыбалки будет никакой. Но рыбы будет полно. Есть. Какая-то поклевка была. Блин. Пока камеру включил. Была поклевка. Эх. Теперь оно укололось. Ну, что-то не крупное. Возможно, даже окунь. Поставил снова такой вот рабочий китайский воблер. У него я поймал не одну щуку. Несколько. Так, так, была поклевка. Эх. Была поклевка. Угу. Значит, попробуем. Ах ты. И дать место. Ну, в заводе она стоит. Видно, что прыгало. Так. Поставлю сейчас такую. Уберок под рыбку расцвет. Еще покидаю. И все, буду собираться домой. Вот такая вот получилась рыбалка. Поймал одну щуку. Были еще поклевки, парочку, может быть. Но пока включил камеру, в общем, ничего. Это не запланированная, повторюсь, на щуку именно рыбалка. Изначально я хотел половить плотву, окуня, снаперку. В общем, такая вот рыбалка получилась. Сейчас еще вот поеду домой, там через мост. И на мосту еще попробую покидать. Ну, хотя вряд ли там что будет. И потом домой. Все. И, возможно, вечером уже выйду все-таки на плотву.
но уже в другое место. Сюда добираться далековато. Ладненько. Всем пока.